народ и все, кто меня смотрит, с вами Турбо Ёжик. Проходим GTA-шечку пятую. Гляньте, какую тачку я рвал. Это баги, да-да-да-да-да. У-ху-ху! Охренеть. Вот она жгёт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Отвалите к херам, копы. Так, как мне сюда заехать? Во-о-о. Оу, е. Где вход? Где вход? А может перелезть прям? Сейчас так и сделаю. Погнали. Вот так вот. Так, куда-то сюда вот нам. Наверное, войти нужно. Такс. Hello. Есть кто дома? Эй, открывайте. Ёжик пришел. С другой стороны, что ли? Где здесь? Кто? Эй, тук-тук-тук. Я иду. Я иду. Тук-тук-тук. А, вот. Мы же в баре оказались. Но это на бар совсем не похож. Если вы заметили, какой-то сарай придорожный. Уй, ты реально тупая безмозглая деревенщина. Это ты права. Чен. Буквоед, давайте выйдем и обсудим условия. Ну же, ну же, ну же, скорее. Офига себе, галстук навязал. Джентльмены, по-моему, я доказал, что моя организация может заниматься большими партиями. Я доказал также, что моя организация надежный поставщик, так или нет? В общем, мы будем действовать вместе. А теперь угостите меня чем-нибудь. Боюсь, что мы хотим выбрать другое направление. Что? Мы хотим рассмотреть другие возможности. Эй, больной псих, сюда сядьший. Хочешь массаж? Заткнись, мать твою. Наш босс, отец мистера Чена, желает большего. Мы хотим перевозить наркоту, возможно, оружие. Это же цель всей моей жизни. Я же с детства об этом мечтал. Знаете, я всегда хотел быть международным торговцем. Оружием и всякого другого говна. Дайте мне шанс. Мне очень жаль. Тебе жаль? Тебе жаль, мать твою. Я только что свою сраную душу открыл. А ты говоришь, мне жаль? С кем вы работаете? С кем, а? Я не могу вам этого сказать. О, нет, нет, ты можешь, мать твою. Более того, ты должен. С кем? С кем? С кем нахер? С кем? С братьями О'Нил. С братьями О'Нил, да? Да? Издеваешься, гад? Нет. Так вот, насчет братьев О'Нил. Меня тут сорока на хвосте пронесла, что у них небольшая извилина в башке при рождении получилось. Они все вылезли из жопы. Охренеть. Охренеть, вот он псих, а? Реально псих. Доберитесь до фермы братьев О'Нил. Погнали. Так. Вы придурки. Все вы суккуды, все до единого. Мне машина нужна. Я чем буду, блин? Так, дайте автомат, что ли, возьмем. Дай-ка мне вот этот фургончик, друг мой любезный. Да стой, ты мне фургон нужен. Куда ты? Да стой ты. Мне машина нужна. О, ты стой. Завалил, нет? Чё ж такое-то? Неужели я требую слишком многого? Чуть-чуть успеха. Капельку счастья. Слушайте, я же не побегу пешком. Эй. Во! Машина! Да блин, что у них бронированные стекла, что ли? Это я не попадаю. Хрен уроды. Небольшой участок земли на этом богом забытой стране. Вот машина! Стой, паскуда! Тварь! Наконец-то хоть кого-то! Так, все, у меня есть тачка. Погнали на ферму. А, я почти это почувствовал. Вперед! Бампер задний сейчас отвалится. Такс. Ну чё, думаю, я он их всех захерачит, этих братков-то. Как вы думаете? Охереть. Реально психопат. А завалит он их, чтобы
этот мистер Чен начал работать именно с ним. Конкурентов, так сказать, будем убирать. Конечно, я не знаю, может быть, как-нибудь договориться, но я думаю, что разговор короткий. Ах ты, нихера себе поезд там едет. У Тревора со всеми разговор короткий, да-да-да. Вау. Это что, ракета, что ли, везут? Поеду здесь вот. Проедем по путям. Ну-ка, подвинулись дом на колесах, отвали. Да, я буду сокращать дорогу. Входящий вызов. У-ху-ух. Черт, там вода. Берем. Тревор Филлипс. О, Нил, мать твою, сраный говнюк, гребаный ублюдок. Чтоб ты сдох. Тревор, это бизнес. Это обдолбанный кретин был моим клиентом. Это бизнес, кореш. Хочешь поговорить? Мы все на ферме. Эрн, Эрл, Уолтон, Вин, Дил, Дойл, Дэрил, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все наши. Можешь начинать вбивать эти имена на надгробие, потому что я уже на пути в твою лабораторию. И мы посмотрим. Да. Почему-то я так и думал, что простым разговором вы все сдохнете к чертям. Простым разговором здесь не обойдется. Значит, будет перестрелка. Классно, классно, нам только этого и надо. Нам же нужен трэш. Нам же нужен веселый угар. Так что присоединяйтесь к ежику. Нихера себе, вот этот я в поворот зашел. Тихо, тихо. Присоединяйтесь к ежику. Он вам покажет, как нужно в GTA-шечку играть. Стоять. Черт, в канал свалился. Выйду? Да, выйду. Хера себе, телега. Ха-ха. Ну где эта ферма? А, вон она. Мы, кстати, почти приехали. Нихера там народу. У меня есть винтовка снайперская, может быть, их поснимать с винтовки. Так, там один уже наблюдает в бинокль. Чё это они катят бочки? Хера себе. О-хо-хо-хо. Я только что говорил с этим психом Тревором, он идет сюда. Живо дуйте в лабу и займите оборону. Надеюсь, эти идиоты его задержат. Чё за идиоты? Давайте, погнали. Погнали, ладно. О, черт, есть то, что лабораторию Анил по производству льда. Ладно. У меня есть снайперка. Возьму винторез. Попробую с винтореза их поснимать. Есть там кто в окне? Да, вон они. Снимаю. Мимо. Черт. Готов. Убейте. Готово. Охранники разыскивают вас. Ну и что? Я же миссия не будет за это уже провалена, я понимаю. Или будет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прячься. Черт, нихера тут народу. Жесть. Нужно другую пушку. Так, паскуда. Сдохни, ублюдок. Понеслась. Здоровья у меня маловато. Так что буду использовать пока что суперсилу свою. Нате, твари. Отлично просто. Великолепно. Вот еще один. Ах ты, говнюк. На тебе. Отлично просто. Тачку. Я иду к вам. Убейте его немедленно. Займитесь своими клиентами. Я их всех перехерачил. Всех братков убил. Остановите его. Стоп, 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 из тачки быстро. Черт, 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 черт. Прячься за тачку, мужик. Где они? Сверху. Сверху, паскуда. Снимаем. А, может быть, снайперскую взять? Снайперку? Вон они. Попался, мудила. Поганый ублюдок. А, вон он сверху. Черт. Паскуда. Один остался. Мразь. Выходи. Где эта лаба? Вот же хрень. Братков, а вот и лаба. Погнали. Ты идиот. Ну вы это понимаете, да, без перевода. Выходи, мужик.
Ну чё? Может, объединим наши компании в одну? В компанию Тревора? Где он? Тварь. Он в доме. Нужно забежать в дом. Время пришло. Ты сдохнешь. Ой, на крышу залез. Так, видок дайте изменим, что ли, поближе, чтобы было. Так вот. А, так и было. Ладно. А ваш гребаный бизнес будет моим. Как сюда зайти? Могу я через окно пройти? Нет. Давайте спустимся вниз. Большой пират тут и не пахнет. А вот, заходим. В дом, в дом. Он здесь. А, шкала способностей заполнена. Активируйте ее. Паскуды. Где он? Готово. Ах ты чёрт! В толчке заныкался. Или не в толчке? А нет, сбоку где-то был. Вот он. Чёрт. Сдохни, ублюдок. Ну и домик. Срань везде. А, назад выходим, все. Вроде перехерачили всех. Так, на выход, мужики. Коробки одни, выход, блин, загроможден, хер пройдешь. Вылазим. Да уйди ты, сраный трупак. Сюда нам, да? Нет, толчок. Где этот сраный выход? Еще помещение. Дом-то недостроенный у них. Вылазим, вылазим отсюда. Там спальник, что ли, валяется? Что за хрень? Куда мне? Куда мне идти? Такс. А, мне наверх, наверное, надо подняться. Где, где у них лестница на второй этаж? Нужно искать. Потому что... кружочек показывает наверх. Давайте искать лестницу. Где-то она здесь должна быть. Так, нет, здесь толчок. Посмотрим. Может быть, где-нибудь здесь вот? Да, вот лестница есть. Поднимаемся наверх. Наверное, там еще братья Анели остались. Сколько их братьев этих? Что-то дофига больно. Такс. И? Куда дальше? Нет, не сюда. Вот сюда вот, наверное, куда-то. Ух ты, нихера себе. Это чё? Можно здесь пройти, нет? Нет. В другую комнату мне. Дом здоровый, заблудишься. Жесть. А вот сюда куда-то. Чё это за чемодан? Стоп, не понял. Или вниз? Что за хрень? Ну вот я здесь. Чё за дела, блин? Не понял. Что такое? А может, вот сюда вот, может, заход есть? В подвал, вниз. Нет, странно. Ну вот сюда зашел. Что за дела? В комнату показывать сюда вот. Ну я здесь. Что сделать-то надо? Эй! Мужик! Что за хрень? Я не понимаю! Я не понимаю! Наверх же подняться. Какое у меня задание? Я их всех перемочил. Или еще кто живой остался? Где-то сраная лестница. Ну вот. Черт, одни труп. Ой, а может быть сюда куда? Давайте здесь посмотрим, что находится вообще. Ничего здесь нету. Помещение всего лишь. Ну вот, по лестнице наверх. Что ж такое-то, блин, а? Что, ежик заблудился. Может быть туда он как попасть? Стоп, ну я туда заходил. Что за хрень? Или мне с другой стороны дома обойти?
Странно все это, да? Элементарно. Я заблудился. Наверх можешь куда залезть? Что за хрень? Блин, да выходи. Ну и что здесь показано? Вообще не понимаю. Давай вниз. Вот мы внизу. И что здесь? А, у них лаба под землей, народ. По-любому, мне нужно просто вход найти туда. Паскуды. Чё ж я раньше не догадался? Входик где-то здесь у них должен быть. Может быть спрятан в кустах? Где вход? И этот сраный вход. Что такое, аптечка? Мне не нужна аптечка. Так, ну вот, прошел я здесь. И что дальше, куда? Странно, опять точка появилась. Давайте пойдем. Давай, уходи, уходи. Вот я здесь. А, что ж такое-то происходит? Не пускайте его сюда. А, вот еще, я не всех убил. Вот и вход. Он нашел кухню. Да, нужно было искать. Кухню. Че, паскуда? Да, под домом она у них была. Сволочи. Нажмите L1, чтобы подобрать канистру. Давай, мужик, бери. Чтобы лить бензин, возьмите канистру, удерживайте R2. Разлейте бензин дорожкой так, чтобы она вела из лаборатории наружу. Метка на радаре указывает, куда нужно лить бензин. Так, вот так вот. А, поднимаемся просто, льем. Вот так вот. Охереть, он сожжет их не дом. Жесть. Ну, жесть. Такс, пока вроде нормально. Что-то бензин какой-то коричневый. Нахрен все ваше гнездо, посмотрим, как вам это понравится. Да, через весь дом, вот сюда вот. Вот сюда, я-то думаю, бегаю. Куда идти? Нужно просто было лабу их найти под домом. Чувствуете этот запах? Вот так вот. И сейчас подожгет. Ну ты крут просто. А, выстрелите в бензиновую дорожку, чтобы поджечь ее. Да легко. Горите, мерзкие хамы. Что за хамы? Опачки, ща рванет. Бадабум-бадабум будет, да? А вот так вот, ни хера себе. Ну ты крут, мужик. Как в лучших традициях Голливуда, да? Отойдите подальше от фермы. Погнали. Ого-го. Быстрее машина едет. Давайте посмотрим, что там с фермой-то. А, нужно отойти. Давайте выйдем, иначе миссия может провалиться. Горит? Не видно что-то. Ладно, отъеду. Уйди, 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 уйди. Ну все, далеко ушел. Есть, все, стоп. Выполнено, ледяной лабиринт. Погнали. Еха! Крутая миссия была, согласитесь. Просто чумовая. Расхерачили всех братков, убили. Братков всех завалили. И сожгли дом еще. А мне интересно, остался этот бензиновый канистр это? Потому что ведь не только для этой миссии она была нужна, скорее всего. А может быть я теперь смогу все, что хочешь, обливать бензином? Охренеть. Это классно, классно. Ну что, давайте... Блин, твою мать. Вернемся к Тревору. Там миссия у него вроде появилась. Кстати, прикол хотите? Сейчас смотрите, попытаюсь переключиться на миссию Майкла, например. Майкл и Франклин залегли на дно. После ограбления ювелирного магазина выбор недоступен. Вот так вот. Я хотел за их поиграть. Но мне такая штучка вот вышла. Надпись. Нельзя. Да, кстати, он же их разыскивает. Если вы помните.
Так что наши бандюганы залегли пока что на дно. Может быть, это и к лучшему? Ладно. Время покажет. Опять темнеет. Что-то быстро так дни проходят. Или я просто не замечаю, заигрываюсь. Все, мы добрались до Тревора. Опачки. Стоп, назад, назад, назад. Классный квадрик. Себе его оставлю. Можно в гараж загнать как-нибудь? Стоп, вот сюда вот. Пикап наш стоит здесь. Что, зайдем давайте? Ой, ты кто? А, это тот разрисованный, да? Куда побежал? Иди сюда. Ты ведь даже не прячешься. Ну что, дело сделано? Я старался, Тревор. Старался. Подойди сюда, ладно. Бить не буду. Я старался. Знаю, знаю, на нахер. Получил? Ты же сказал, что бить не будешь. А ты сказал, что найдешь гробного Майкла тонули. В Лос-Антосе два Майкла тонули. Одному 83 года, а второй в детский сад ходит. Я попросил воспитательницу позвать его к телефону на всякий случай. Но она пригрозила, что вызовет полицию. Лотнись, а то я тебя отхерачу. Понял, я посмотрел всю телефонную книгу. Нашел какого-то Майкла де Санту. Возраст примерно тот же, жена, двое детей. Как зовут жену? Аманда. Аманда? Да. Дебил, ты гений. Давай, иди сюда. Уху, блин, нашли его. На нахер. Никогда не скрывай от меня то, что я хочу узнать. Извини, Тревор. Рон, ублюдок мелкий. Бегом сюда. Едем в Лос-Сантос. Правда? Не ты, мы с Уэйдом. А я? Ты исполнительный директор Тревор Филлипс Индерспрайз. Найди там какое-нибудь дело, чтобы мы могли заработать бабки. И наведи тут порядок. Идем, Уэйд, едем. Я сяду за руль. А если мне станет скучно, можешь мне подрочить. Шучу. Можешь и отсосать. А мы за мороженым заедем? А доберитесь до трейлерного парка. Он на чем поедет? Необходимо транспортное средство с большим количеством мест. Вот же хрень, есть тут машина? Мне же нужно его посадить. А, ну-ка стой, мужик. Дай-ка мне твою машинку. Стой, паскуда. Мразь, уехал. А, вот же пикап есть. Уйдите от полицейских, твою мать. Одна звезда. Прыгай в тачку быстрее. Быстрее, быстрее. Черт. Надо было вот не стрелять, а? Ладно, в принципе, не проблема уйти. Несложно. Тихо сюда. Всего лишь одна звездочка горит. Это вам не три. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй, газу, 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 газу. Сейчас там просто подожду здесь. Вот уже мигает она. Давай, исчезай. А зачем мне до парка трейлеров? Я что, не могу на пикапе поехать, что ли? Странно. Ну быстрее, чё ж так долго-то? Кто стреляет? Чё? Твою мать. В какую сторону? А, вон, все, исчезло. Поехали. Кто меня там все преследует? Отвали. Кто-то злой за мной едет, стреляет в меня. Он живет со своей подружкой под названием... Район под названием Веспуччи. Нихера себе, видели, как гроза была? Охренеть, дождик пошел. Жесть, вау. Вау. Чума. Вы гляньте только. Гроза, мать твою, как настоящий, как будто за окном идет. Хорошо, все замечательно. Но где мы остановимся по дороге? А тут типа остановок нету. Что за бред? Так, нам направо. Блин, сраный отбойник. Поехали, поехали, поехали. Гляньте, брызги идут от шин, когда едем. Классно. Вау. Вау, заносит, кстати. Дорога мокрая, асфальт мокрый, таскает.
Ну ничего, ёжик научился ездить вроде. Ну что у нас здесь? Посмотрим. Мотель. Это парк трейлеров как раз. Что нам делать? Эти идиоты облажались, а все из-за льда. Братья, вы погибли, но вас не забудут. Мы найдем ту сука. Что делать? Всех перехерачить? Разместите бомбу липучки на трейлерах. Наверное, надо, чтобы не засекли меня. Все-таки на всякий случай я возьму. Может быть, не со снайперки попробую снять его? У меня же глушитель стоит. В жопу стрельнул. Вот так вот. Я постараюсь остаться в живых. А, в принципе, можно, наверное, и пошуметь. Погнали. Первый трейлер. Здесь вот у нас. Никого нету? Конечно, можно не поднимать пучу всю. Удерживайте L1, используйте R или сенсорную панель, чтобы выбрать бомбу или пучку. Понятно. Сенсорную панель, она меня добивает просто. Так, вот сюда вот, да, наверное, поставить? Посмотрим. А вон бомба, 20, вижу. Джонни К не годился для пропащих. Куда его поставить-то? Сюда, что куда? Давайте прям пофиг, сюда прикреплю. Так, выбираем. Ставь. Ставь давай. Кинул, что ли? Ага, кинул, ладно. Зайдет и так. Где они? Вон она. Готов. Эй, что это было? Готов. Классно, с глушителем. Обрез у меня. Вернее, винторез. Так, кто еще здесь? Не видно никого. Давайте сюда пульнем бомбочку. Тихо-тихо. Выбираем. Так. А, вот. Вот так прилепил. А там я просто кинул. Черт, похоже, меня засекли, нет? Бегом сюда. А, нет, не засекли, это кто-то ругается. Черт. Готов. Братья, у нас проблемы. Еще раз. Он нас не победит. Отомстим за братьев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, прилепляю. Вы все слабаки. Так, прилепил. Осталось еще две. Блин, зря я бучу поднял. Черт. Вали, козел. Так, где они? О, вон они. Мудаки. Еще кто есть? Нету, погнали ставить. Еще две бомбы осталось. Загоним его в гроб. Я убью тебя. Пошли куда? На тебе. На тебе, сраный ублюдок. Выключаю способность. Нам еще она пригодится. Вали из города, мудила. Так, слепим сюда. Выбираем. Давай, панелька, работай. Есть. Еще одна, кстати, осталась. Нет, 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 автомат мне. Погнали. Да, блин. Ты заплатишь по счетам. Да-да-да, я так и понял. Давай, давай. Да бегу. Вот еще один трейлер остался. Пропащим здесь не место. Так, давай, лепим. Он всех выселяет отсюда, блин, всех байкеров. Лепи. Этот маньяк, который шлепнул наших братьев. Выберите бомбу-липучки с помощью... Ух, нихера себе. Блин, а я не отошел, я прям возле этого трейлера стоял. Вернитесь к Уэйду. Нормально все прокатило, слушайте. Всех херачить, что ли, опять надо? Слушайте, ну он вообще всех байкеров уже уничтожил. Сколько можно их убивать? Просто какая-то банда. Ладно, возвращаемся к нашему тому убогому дружбану. Нет, это странно, я стоял возле трейлера. Почему я не взорвался? Интересно. Ладно. Прокатило. Вроде взорвалось, все получилось. Ну и хорошо. Возвращаемся. Здесь машина есть. На этот раз мы его уроем.
Уройте, да-да-да-да-да. Сладкая месть, масья. Жизни мне маловато осталось. Садимся в тачку. Ой, дорога зовет, Лос-Сантос. Мы спешим к тебе. Все, валим отсюда. Доберитесь до Лос-Сантоса. Погнали. Классно. Все, от банды байкеров ни хера ничего не осталось. Все-таки, наверное, мы добили их. Добили. Долго мы их уничтожали. Это моя машина. Похоже, этот Майкл Тануль здорово тебе насолил, раз ты хочешь его найти. Он мне ничего не сделал, а вот те, кто его убил, федералы, они здорово мне насолили. Но если он умер, кто тогда этот? Вот теперь ты начинаешь вникать в суть. Кто этот парень, получивший цитатами из фильмов, как мой погибший друг? Кто живет по чужим именем вместе с семьей моего погибшего друга, в доме, который наверняка был куплен на миллионы заначки? Твою мать, мозги в трубочку, сверно наворачиваются. Я покажу тебе мозги, мать их, в трубочку. Засуну моего малыша тебе в глаз, он выйдет с другой стороны. Я ничего такого не хотел сказать, Тревор. Скажешь глазницу вазелином. Сука, сейчас я трахну твой мозг. Вообще жесть. Ладно, отправляйся в Лос-Сантос. Ай-яй-яй, главное не слететь с дороги. Возвращайся на дорогу. Скользко. Очень-очень скользко. Если будешь спрашивать, вообще никуда не приедешь. Расскажи что-нибудь. Нет, Уэйд. Тогда давай поиграем. Знаешь игру «Животное, растение, камень»? Тогда давай поиграем. Знаешь игру... А, что я первый, я загадал слово «нанотехнология». Черт, не туда. Тихо. Хрень. Нужно подниматься наверх. Я что-то свалился с дороги. Дерьмо. А, в принципе, эта дорога... Вот, здесь могу подняться. Наверное, я только не переворачивайся. Только не переворачивайся. Едем. Черт. Мне нужно выехать отсюда. Мне нужно на дорогу. Вот дорога. Фух. Хорошо. Что-то тут одни серпантины прям. Горная местность. Заметили, да? Ух-ух-ух. Заворот, поворот. Вейвуд Хиллз. Слушайте, а мы прошли ту миссию. Почему не было надписи пройдено и название миссии? Или мы еще не завершили ее? Наверное, нет. Наверное, нам нужно все-таки доехать до Лос-Сантоса. А путь нам предстоит не близкий. Ну что, мы справимся. Ну, Тревор! Этот какой-то вообще ненормальный, мелкий. Блю-блю-блю-блю, ух ты! Вот он, гигантский кусок суши, утыканный домами. Лос-Сантос. Ну-ка, глянем. Смотрите. Нифига себе, вот он светится. Значит, это Лос-Сантос? Похоже на то. Всегда хотел сюда приехать. Но застрял в пустыне? Все равно это Сан-Андерс. Лучшая часть штата. Вау. Классный город, да, со стороны смотрится? Особенно ночью. Гляньте. Очуменно. Тихо. Мы, кстати... Это что, Паршак? Ай-яй-яй, извиняй. Классную тачку помял. Ну вот, подъезжаем к городу. Уже крутые спортивные машины пошли. До этого не было, одни развалюхи были в той пустыне. Так вот, нам сюда куда-то. Приехали. Ну-ка, давайте подойдем. Вау! Гляньте-ка. Ну, Майкл. Вот что значит воскресают мертвецы. Почти 10 лет прошло. Но еще денек-другой, и ты уже всяко протянешь. Обманщик Херов. Я по тебе скорбил. Ты даже не умер, сука. Ты был моим лучшим другом. Охренеть. Ну ничего, скоро я приду и макну тебя мордой в туалет, говнюк. Охренеть. Оу. Чё, в тачку сесть? Сел. Доберитесь до квартиры кузена Уэйда. Погнали. Чёрт, чё-то миссия никак не закончится.
Ладно, давайте до квартиры доберемся. Так. Значит, получается так. Они ограбили когда банк. Майкл после этого свою смерть скомпрометировал, да? Получается так. Значит, там никого нету. Кого они хранили? Пустой, пустой гроб. Никого там не было. Обманул всех, скрылся от полиции, скрылся от Тревора. А сейчас Тревор хочет его найти и навтыкать ему за то, что он его обманул. Охрененно. Стоп, а Майкл бабки забрал все? Получается, да, он забрал, наверное, все деньги Тревора. Если бы у Тревора деньги были, он бы не жил в этом сраном вонючем трейлере. Где-то в богом забытой пустыне. Получается так. Охренеть. Слушай, я бы тоже обиделся. Вот там Ламборджини проехала. Охренеть. Сюжете какой у нас, а? Покруче любого кинцата будет. Офигенски придумали, конечно, разработчикам отдельный респект. Вау. Все, мы заехали в Лос-Сантос. Ну, это пригород, наверное, да, еще? Уйди. Поденься, паскуда. Так, где эта квартира этого кузена? Черт, пошибал все. Да, пока что мы еще не совсем в самом центре города, но, наверное, мы туда и не поедем. Глянем сейчас, где мы обоснуемся. В пустыне-то мы выбрались, наверное, будем играть теперь в этом городе. Вот он, Лос-Сантос. Крутой городишко с красивыми пейзажами, с крутыми тачками. Да, классика большого города. Вау. Подвинься, паскуда. А пока мы едем, они между друг разговаривают. Всякую чепуху несут. Читать даже не буду. Так, ну подвинься. Езжай, как едешь. Да еду. Здесь направо. Охереть. Это очевидность. Езжай прямо. Я вижу. Вот это место, по крайней мере, мне так кажется. А, вот нам сюда. Давайте. Да, домик, конечно, не фонтан. Кузен Флойд! Гегей! Ты дома? Следуйте. Понятно. Пойдем. А как сюда поднялся? Где лестница? Не понял. Как он залез сюда? Здесь, что ли? Ну-ка, посмотрим. Или не здесь? Нет, нам в другой дом, твои ебать. Спускайся, не стесняйся. О, крутенка-то осталась, помните, я покупал крутенку? Осталось. Где вход, Так, вон лестница. Понастроили бараков. Хер вход найдешь. Так, где-то вот здесь вот. А, вот. Хера не видно, хоть фонарь бы поставили. Флойд, это я, Уэйд. Кто? Я, Уэйд, твой кузен. Кто? Твой кузен, паскуда. Черт, он к тебе приехал в гости, мудак. А теперь поднимайся с пола, иди налей мне выпить. А это ты? Уэйд, я слыхал, ты там где-то у себя дуешь лед. Нет, не где-то, а здесь. Он будет дуть именно здесь. Неси зажигалку. Нет, нельзя курить. Вот так. Это мой дом моей подружки. Она на бизнес-конференции. Поймите, здесь курить. Да, я тебя не видел с тех пор, как тебя застукали. С кем-то застукали там, короче, он быстро говорит. Ой, моя девушка убьет меня, если узнает, что вы здесь. Так, принеси меня выпить, сраное ему дело. Хорошо, ладно. Но у меня нет выпивки. Так, иди в магазин и купи мне чего-нибудь. И ты иди с ним. Так, ладно. Черт, захватил дом. Охренеть. А теперь вы можете использовать квартиру Флойда в качестве убежища. Понятно, выполнено. Воссоединение друзей. Ну, наконец-то. Ух-ух. Все, теперь мы будем обитать в Лос-Сантосе. Классно, народ.
А теперь вы можете выбирать между Майклом, Франклином и Тревором. Все, открылись миссии. Отлично. Давайте на этом, как всегда, закончим. С вами был Турбоежик. Туалет, потом руки помоем. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, пишите комментарии, не стесняйтесь. И ждите, конечно же, продолжения. Пока.